Так, смотрите, а у нас есть два хороших варианта. Так как нету ЛТшек, можно поехать сбоку в город выставиться, отстреливать их жестко. А второй вариант, можно поехать на воду. По двумя артами. Я, честно, больше придерживаюсь варианта поехать с тяжами. Объясню, смотри, у них тяжи быстрые и медленные, да, то есть у них нет средняков. У них 2.6.0 быстрые, остальные такие относительно медленные. Млехи, Маус, 705-й. То есть мы их можем отзонить и не пропустить вообще в город. И потом поджаться и трехнуть. Никит, да, Полтос, это я. За отсутствие мата, Полтос. За то, что не злоупотреешь голдой. Уважуха. Тоже что ли запустить там? Да, спасибо большое. Ну как не злоупотребляю? У меня как бы... Ну 50% боекомплекта это все-таки голдовые кумулятивы. Ну, опять же, то есть не всегда надо на танки ставить именно голду, да? То есть именно тут всегда надо смотреть, какой снаряд по ситуации лучше заходит. Господи, сейчас бы в Мауса не попасть, Мартина Низи. Ну ладно. Ну вот, то есть и на некоторые танки нужно фул голду, на некоторые танки надо не фул голду. Все, я говорю, все чисто от ситуации зависит. Поэтому спасибо тебе огромное. От души. За поддержку. Ну, короче, Млехи тут сейчас такой ГГ устроит. Жестко. Она еще даже не понимает, на что она подписалась. Да, начинай. Ну, серьезно? А, это вообще не в меня был прикол. Ой, я, походу, ему два раза бою кладку выбил. Хы. А может, не два. Да, три шума. Ой, блин. Блин, я не могу просто. Это такой сильный танк, ребят. Я ему три пайки успел дать, так еще и с подпалой. А где этот? Да все, ГГ, братан. ЖЖ. Как говорится. Еще один поехал. Да, 705 решил, короче, это не испытывать судьбу. Да, видел, что уже подкручивает. Но надеялся, что, может быть, успею. Да не успел. Так, короче, мужички, а здесь надо брать все в свои руки. И вот этого Мауса, короче, оп. Блин, не успел, чуть назад поехал, да? Так он меня не видит, алё. Оп. Ай, начинается, ну, дистанция, да. Погоди, то есть до этого он меня не видел, а сейчас увидел. Ну, ладно. На самом деле, я тут... реально в простреле ПТ-шек стою, которые там возле домика могут чилить. То, что я сейчас не получаю урон, это не я хорошо делаю, это просто они тупят, не дают мне. Да нет, здесь дело не в стрельбе. Дело в том, что не летит. Ищите другой смысл в моей репризе. Здесь как история с Лужковым у руля. Где посрывал и мачты у корабля. Шоу-биз, поднимись, хватит стоять раком. Медиаресурсы полируют себя лаком. Пришло время поменять сознание. На фразу не формат ответ, давай до свидания. Не, я бы охренел, если бы я ему сейчас сходу в щепу бы эту дал. Это было бы убер жестко. Мауис. Блин, капец, от этих 25 приближает, да? Испугался. Испугался? Нет, обосрался. Хы! Надеюсь, бабах подконтролит. То я тут полный хит даю. Не, как я люблю такой геймплей на острие ножа. Чисто врываешься. Бам-бам, чебинамчик, бам, пфуш, и врываешься чисто. И уже 4400 урончика имеется у тебя. По красоте. Блин, вот эти 2 километра в час прям я чувствую. Очень хороший бустик мне дали. Нате. Фармежка пошла Мауса. Нате. Да господи, блядь, только заикнулся про фармежку Мауса. И уже не фармёшка Мауса. И уже не фармёшка, парни. А чё, он там стрелял, что ли? Нет, да ладно. Бля, грилёчек по полю наяривает. Нормально. Да ну нет, опять этот стан. Да ты заманал, блин. Стан, станищий, добро держи. Кстати, баечка на десятку намечается, если там на воде мяса много. 16, который 9 или ВЛ. Чё на него ставить?
Я играю со стабой, досылом и вентилем, и все это что еще такое? Тыки нормально не залетают. Что поменять? Сейчас, дружище, секунду. Спасибо тебе большое за поддержку. Обалдеть, Леончик тут в кустик стоит, однако. На Юдосе 9 левела поставь стаб, досыл, поставь прицел. Или систему, опять же, управления огнем. Потому что у него неплохая стаба, но у него очень паршивая сводка у этого танка, как я помню. Вот, и было бы неплохо ему систему управления поставить, на самом деле. Ни хрена тут отстрельчики. А, ну, десятка, да? Они все, блин, шотные, просто все. А, чел, он прям под мостом, свети. Он прям под мостом. Да, можно забить на 907-го, да и поехать, Рина Циронта. Я так, пожалуй, сделаю. Там еще Фоксик. Опять с добром заходит. 907-й без лица, нормально. Значит, всё правильно. Да ну нет! Да ну нет! Ну чё началось-то? Этот жмых туда. Восьмерик. Не, это реально был бой на десятку, если бы у них на воде хп было сейчас. Чел, ну зачем я тебе нужен, а? Не надо таранить. Не. У них есть еще. Видимо, нету. Так, ну чё, мой? Ну, 8800. Ну, нормально, в принципе. Блин, сейчас бы, если вот эти две тычки по фашу залетели. Ну, 9+. Ну, бой очень хороший, очень вкусный. Я тут прям жестко сыграл. Нормально город закрыли. Угадали с этапом, видите, проанализировали четко их тяжей. И, короче, сыграли так, как надо. Так, как надо. Маус, конечно, был вкусный. 8800. Блин, по сути, 3 альфу не хватило. Всего лишь 3 альфы. Сколько я маусу дал? 2600. Не, маус, конечно, вкусняшка. И третьему, кстати, 1500 я выдал. То есть тоже очень много. То есть я очень много влил этим тяжам урона. 1300 по млехе, ну, успел, да? Да, это и буюкладка, и баки. И еще и 705-му пачку успел. Тоже, кстати... Ни хрена, кстати, критов сколько? Подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Офигеть, буюкладки. Офигеть, смотрите, ребят. Раз боеукладка, два боеукладка, три боеукладка и четыре боеукладки. Четыре выбитые боеукладки за бой. Это вообще нормально? Это вообще законно?